Вітаю в ефірі студія Репортер. Я Тетяна Костецька. Сьогодні до нашої студії завітав директор науково-виробничого центру «Економінформ» Сергій Черноіваненко. Вітаю Сергій. Здравствуйте. Тема нашої сьогоднішньої розмови: підвищення цін у маршрутках. Перше запитання: скажіть, будь ласка, чому проїзд поки що 7 гривень, а планується 10 гривень? Що входить у тариф? Ну насамкінець тариф розчитується там в достаточно посложній формулі. Большое количество мелких разных составляющих. Ну, начиная, да, там все, все слышат прекрасно, там первое — это стоимость топлива. Понятно, у нас есть дизельное топливо, у нас есть масло, у нас есть пластичные смазки, то есть горюче-смазочных материалов достаточно много. Вот. Кроме того, в тариф обязательно входят запчасти, аккумуляторы, шины, да, это то, что большое, то, что крупное, то, что всем, понятно, необходимо менять. Затем у нас есть... Э, Просто запчасти автоби... автобусов, они ломаются, и для того, чтобы они продолжали выезжать, их надо ремонтировать. Запчасти эти, чем старше автобусы, у нас, к большому сожалению, последние там, лет 5 существенного обновления подвижного состава нет. Соответственно, автобусы стареют, стоимость запчастей на них как бы, вроде тоже в том числе и, понятно, повышается, при этом количество этих запчастей увеличивается. Вот. И поэтому растет, естественно, это тоже сложится на себестоимость. Кроме того, у нас с 2018 года, последнее повышение до 7 гривен было именно в 2018 году, у нас выросла существенно минимальная заработная плата. Понятно, все, все считают, что минимальная заработная плата влияет только на зарплату водителя, ничего подобного не только. У нас еще есть э, админ персонал, это и механики, это и врачи, которые выпускают транспортную линию. это бухгалтера это руководители предприятий. Кроме того в, от минимальной заработной платы зависит ремонт автобусов, потому что у нас существует норма часы. И по норма часам тоже рассчитывается стоимость обслуживания, стоимость ремонтов и всего остального. То есть э, вроде бы этих ну, как бы составляющих тарифа достаточно много, они все небольшие, но вместе они дают достаточно существенный скачок. То есть если в 2018 году тариф, который был рассчитан, составлял в районе 9-10 гривен и приняли волевым решением все-таки 7 гривен, то на данный момент э, тариф мы вот то что мы посчитали на данный момент по отдельным маршрутам 14 ну по части маршрутам 14 но у нас есть маршруты на которых тариф достигает почти 15 гривен то есть поэтому плюс у нас все-таки произошло уменьшение пассажиропотока, уменьшение спроса на пользование именно автобусами, маршрутками. Ну тут множество факторов, один из которых, который радует все-таки, это люди стали больше пользоваться трамваями, троллейбусами. Мы увидели да, там с 2018 года обновление подвижного состава и большое количество троллейбусов у нас появилось. У нас обновляются трамваи. Люди начали отдавать предпочтение электротранспорту. Плюс в 2020 году двадцятому роду, вот зі з пандемії, дійсно упала пользування автобусами, причому сильно упало, і це заметно, це видно, і більшому сожалению це так. А колись на початку 2000-х, коли е, маршрутки е, були справжньою новинкою і серйозною допомогою громадянам, які вистоювали величезні черги до громадського транспорту. Але час пройшов, ми живемо у нових реаліях. Якщо порівняти тоді і зараз, наскільки змінилася завантаженість маршруток? А, ви розумієте, У нас ну так, да, якщо сравнювати там кінець 90-2000-х, -е, і ситуація зараз була, скажімо так, дуже сильно змінила структура самого, самих пасажирських перевозок в місті. В 90-х годах у нас було... очень большая, сильно развита электротранспорт. Но в силу разных причин, разных, скажем так, в том числе и политических влияний, когда у нас уничтожился, фактически уничтожился гор электротранспорт. Мы знаем, да, на Успенской, Чечерина уничтожен четвертый трамвай. Пустили троллейбус в виде альтернативы. На Балковской уничтожен трамвай. На Ближние мельницы ездил трамвай уже, к сожалению, уже даже не помню какой номер. Его тоже уничтожили. Это по мельницкой, дальше по мельницам ездил трамвай, да? Их этого нет. У нас уничтожено большое количество троллейбусов, в том числе и вагоны трамвайные у нас уничтожены. Вот, поэтому э, произошел вот тогда я не могу сказать, что это было однозначно в угоду маршрутов автобусов, но в том числе люди, которые продолжали вот еще до недавнего времени требовать, что нужно менять горы электротранспорт на автобусы. К сожалению, эти люди еще недавно были в власти. К счастью, сейчас они уже не влияют на транспортную политику города. Поэтому город все-таки пошел по пути э, трамваев и троллейбусов. И у нас, кроме трамваев и троллейбусов, у нас были автобусы. Да, мы все, там, кто постарше, помнят, у нас были автобусы в общем режиме пользования. У нас были экспрессные автобусы. Я помню экспрессный автобус 146. На Греческой площади я садился. У него была остановка возле вокзала следующая Среднефонтанская. И далее у него остановка была Вузовский, площадь Конституции и Вильямса. Шесть остановок на маршруте. 30-40 минут от конечной до конечной мы доезжали. Уничтожены экспрессные маршруты. Уничтожены, полностью уничтожены. Они существуют только на бумаге. Автобусы в общем режиме пользования. И, в принципе город безраздельно власт был достаточно долгий период времени в ведении маршруток. К счастью, сейчас ситуация начинает меняться. Автобусы, к сожалению, пока не появились, хотя вот я знаю, что у нас есть предприятие «Севертранс» на поселке Котовского, которое купило большие комфортабельные автобусы. Но, к большому сожалению, они их не могут использовать в общем режиме пользования или в экспрессном, Потому что на общий режим пользования у нас сейчас тариф составляет 50 копеек. При... Они запускали эти автобусы в режиме маршрутного такси. На 190 маршруте автобус каждый, вот этот большой, хороший, красивый автобус, привозил ежедневно убыток тысячу гривен предприятию. Ну, вы понимаете, да, что никто не будет работать себе в убыток. Это коммерческий вид перевозок сейчас. Городу нужно как бы задуматься над вот реорганизациями на автобусных маршрутов на данном, автобусных системы автобусных перевозок на самом на данном городе. На вашу думку, что может быть идеевую альтернативу великой кількости маршруток в Одессе? А, большому количеству может быть только большие хорошие комфортабельные автобусы. Но тут как бы достаточно тяжело поднять эту тематику в городе не в плане того, что автобусы есть, да, мы вот знаем, что Севертранс купил, но для того, чтобы они заработали, необходимо этим автобусам э, дать какие-то преференции, да, э, им необходимо организовать, поднять, во-первых, тариф до да, объективного, да, там 7-10 гривен, э, ну, хотя бы 10 гривен, да, там есть нюансы, почему автобус, автобус в общем режиме может по 10 гривен ездить, а маршрутка не сможет. Э, необходимо э, убрать дублирующие маршруты. На самом деле для города ну, на ближайшие, вот я вижу, 5 лет, там уже меньше уже 4,5 года осталось каденции вот именно нынешнего депутатского состава. Для того, чтобы через вот к следующим выборам уже горожане могли сказать, да, мы готовы проголосовать за этих же депутатов, Іменно вот именно за по транспортной тематике, да, им на самом деле тяжело работать, нужно починати вже. А з чим ви пов'язуєте таку завантаженість одеських доріг? І як на вашу думку можна вирішити питання із заторами? А, ну, вот хороший питання. Я будь буквально сьогодні: нагрузка на дороги, вот да, за последние там несколько недель мы все прекрасно видели, как отремонтирована часть уже, достаточно большой кусок французского бульвара. По нему реально приятно ехать. Вот я вчера ехал на машине по французскому, класс. Но мы проезжаем по французскому бульвару, и мы упираемся в Лентовича напротив Мускомедии открылся ресторан, там припарковано сегодня 10 автомобилей и две полосы французского бульвара утром стояли от Мускомедии практически до киностудии, просто потому что дальше бутылочная горлышко, одна полоса. И таких мест по городу, где машины едут, а потом они упираются в бутылочное горлышко из-за припаркованных автомобилей очень много. Во-первых, дисциплина водителей, которые припаркованы, занимают полосы движения. Во-вторых, ну, скажем так, сейчас происходит реорганизация дорожной сети в городе. И мы, в принципе, вот я надеюсь, там, к концу лета увидим результат, например, улицы Черняховского, там, где кроме организации дорожного движения для автомобилей еще будет организована пространство для паркования автомобилей и будет организована велодорожка. То есть альтернатива автомобилям, это кроме общественного транспорта, это есть... ну, мобильный транспорт персональный, да, там велосипеды, эти, моноколеса, самокаты там и так далее. Это тоже альтернатива, это тоже способствует разгрузке нашей транспортной системы в городе. Поэтому только такой способ. Скажите, пожалуйста, каким вы бачите майбутнє Одеської міської транспортной логистики? Ну скажем так если говорить уйти скажем так от общих слов да и перейти конкретно вот что бы хотелось за ближайшие пять лет увидеть, я бы хотел что вот те два законопроекта, которые на данный момент есть в Верховной раде альтернативных когда города закупают транспортные услуги у предприятий и предприятия не гоняются за пассажирами вот я бы хотел увидеть, что мы через пять лет это сделаем. Что, что в итоге мы увидим? Да, мы увидим, когда город скажет, Я хочу, город хочет закупать у транспортных компаний, чтобы транспортные компании предоставили большие комфортабельные автобусы там, с кондиционерами, летом с отоплением. И ездили эти автобусы там, на условном 101 маршруте. Там 10 автобусов больших ездили с интервалом в 10 минут по такому-то расписанию. И город готов платить за это деньги условных 100 тысяч гривен. Выходят три компании, которые между собой конкурируют. Ну, чтобы вы понимали, вот по такому принципу работают большинство, большинство городов в мире. Ну, в Лондоне, например, количество компаний транспортных уменьшилось, при том, что увеличилось количество автобусов, уменьшилось количество транспортных компаний с 11 до 7, буквально в течение там, 7 или 8 лет. То есть город закупает транспортную услугу. У перевозчиков и перевозчика не должно интересовать в 11 вечера везет он двух пассажиров или 102 пассажиров ему все равно должно быть он должен просто по графику ехать перевозить людей а город за это, город для того чтобы это сделать должен как минимум ввести электронный билет причем это должен быть муниципальная компания это должен быть муниципальный оператор который будет полностью оперировать и организовывать вместе с департаментом транспорта маршрутную сеть Город должен провести реорганизацию маршрутной сети. Для того, чтобы провести реорганизацию маршрутной сети, нам необходимы данные электронного билета, и нам необходимо сделать транспортную модель города. То есть мы должны знать, кто откуда, когда ездит и какой вид транспорта ему больше всего подходит. Исходя, когда мы все вот это будем знать, мы сможем провести реорганизацию, и лишь тогда мы будем, городу выгодно будет приобретать транспортные услуги. А до этого, ну, будем поднимать там 7 гривен, 10 гривен, 20 гривен — это никакого, абсолютно на качество автобусов это никак не повлияет. Дуже дякую, Сергей, за тикавую размову. С вами была Татьяна Костетька. До побачення.